Ребята, уже конец 2023 года. И это мне не мешает до 2024 года добить мою цель 7000 подписчиков. И, ребята, сегодня для вас, специально в этот день, специально в эту секунду, для вас сегодня организован ролик «Типичный день дома и его друзей. Все части». А еще, ребята, один нюанс. Там ждет вас один мини-клип в конце. Поэтому, ребята, приятного вам просмотра. И не забывайте на меня подписываться, ведь моя цель 7000 подписчиков. Ай, мама, я себе ногу продырявил. Вот и продырявил. А я тебе говорила, на улицу не выходить, поехали в больницу. Передай директору, что наша больница заслуживает одну звезду. Одну. Так, а вы мне не вынимете эту занозу? Ну, малыш, давай ногу. Ну как, тебе не было больно? Ты с ума сошла, я и так уже. Что, я сегодня по полной обожрусь. Надо моему сыночку вырастить его мерзкие помидорочки. Беги! Фух, я наконец уже вернулся со всех экзаменов. Так сильно хочу есть. Изучение материала? Ну какие, блин, нафиг 10 упражнений? Сделаю я, наверное, себе курочку вкусненькую. Думаю, сочетание курочки с блинами это то самое. Так, пора приступить к курочке. О, а чё вы тут все спите? Кажется, опасно прибыл. Ладно, наверное, вступлю с ним в компанию. Сначала подготовимся. И можно укладываться спать. Всем спокойной ночи. Если мы подам... Что? Давай я тебя променяю на Анжелу. Я не поняла, это что такое, Тома? Вот скажи, ты зачем мне променяешь на эту старую? Потому что ты меня уже Ты реально меня уже надоел. И ты меня тоже. Ты думаешь, я тебе ухаживаю? Ты плохо ко мне ухаживала. Фу, бери свою отвратительную руку. Да, сегодня на меня тренинг ругался, поэтому лучше потренировать. Ах ты, дурацкое кольцо. Ай, блин. Надо написать. О, отлично. Размешиваем. Ох, какая же комфортная у меня жизнь. Ты что наделал? Том, не лай в мою сторону. Хорошо. Ну я ж тебе сказала. Да я все нормально. Я все делаю как надо. Я тебе сейчас реально втащу раз. Еще раз. Ребят, давайте-ка мы поиграем. Джинджи, не дави мне на ноги. Блин, аккуратно. Тома. Так. Ай, Бека, ай, да, блин, ай, меня выбили, ай, ай, хватит, ай, ай. Давайте-ка мы ее подадимся на Авито, хорошо? Ты с ума сошел прыгать на игру? Нет, не с ума сошел. Ох, отлично. Ты вообще с ума сошел? Подавай. Ура! Давай, Джинджик, тренируйся, тренируйся. У тебя двойка вообще-то по физре. Я хочу тебя поддержать. Ну и что? Я вообще хочу стать великим двоечником. Мэнчик у нас дурачок. Мэнчик у нас старичок. Go.
говорит, без елки Новый год не встречают, а он не такой. Что? Пойду в приставку. Надо поиграть мне в Майнкрафт. Стой! Не включай ее, она сейчас сорвется. Внимание! Чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы. Все на выход! Быстро! Быстро! Анджело, я не буду это носить. Конечно, ты это поносишь. Это же писк моды. Какой еще, блин, писк моды? Еще какой. Итак, без высказывания и бегом к детишкам. Фух, где привет, детишки и мальчишки? Ой, девчонки и мальчишки. Бежим за ним. Это что у него за письмо? Мада, валить отсюда. Ой. Ребята, вы знали, что я тренирую новую песню Бенну? Бентик у нас дурачок, Бентик у нас дурачок, Бентик у нас дурачок, Бентик у нас дурачок. Анджела, я с тобой буду. Бентик у нас дурачок, Бентик у нас дурачок, Бентик у нас дурачок, Бентик у нас дурачок. Вы меня взбесили уже, наконец-то, когда уже перестанете? Не, ну что это совсем? То Бека пойдет, то вы двое. Если еще раз вы запоете такую песню, я вам наколдую синяки под глаза. А приготовь что-нибудь к Бенниному празднику, хорошо? Обязательно. Итак, нам понадобится шоколад в тесто. Замешиваем. Переливаем в формочку. Запускаем духовочку на взрывок. Градусов 180. Итак, кексик готов. Теперь мы выбираем форму. Именно будет какашка. И обмазываем ее быстренько синенькой помазочкой. И прикрепляем несколько вишенок и сердечко одно. Итак, попробуем дискутацию. Как вкусно! Мы сейчас как... сейчас запустимся, как ракета. Ну что, Тома, попробуй наш коктейль еще. Давай проверим, что он там сейчас на своим носом. Это что? Стоять. Ребята, я заказал новые штуки с Алиэкспресса. Давайте-ка мы их потестируем. Бека, кидай шарик. Том, теперь твой Бен. Анжела, хлоп. Ха-ха, Джинджик проиграл. Так, первый ход Хэнк тебе. Том, на тебе, Бен. На тебе, Джинджик. Анжела, Бека. То Хэнк, а Бен, дурачок. Бенчик у нас дурачок. Кидай, кидай ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Давай. Ай, Хэнчик. Итак, планирую сейчас протестить новую штучку. Сфотографируюсь. Ну и планирую протестить новую штучку. Аккуратненько, Бенчик. А, Томик, не жми мне на ноги. Ай, меня сбили. Ай, Томик. Мы тоже с тобой квиды. Ай, Бека. Джинджер. Ай, Анжела, аккуратно. Бенчик, он дурачок. С ума сошел. Ха-ха, Бенчик у нас дурачок. И давайте-ка мы попробуем еще веревочку. Джинджер, твой первый ход. И ничего мне не выпало. Ну, а теперь Хэнчок. И у нас тоже теперь ничего нет. Жалко. Джинджер. И ничего опять нет. Хэнчочек. Жми-ка. И что нам выпало? Ай, меня яблоком засадили.
Короче, ребят, давайте мы Бену сделаем подарок, как его песню. Давайте-ка. Да. Только мы возьмем инструменты, которые у нас были в ящике. О, а что здесь у нас тут происходит, друзья? Бенчик, специально для тебя. Мы сочиняли эту песню очень долго. И мы хотим себе ее подарить в новогодний подарок. Наша песня «Бенчик у нас дурачок». Поехали! Бенчик у нас дурачок. Ой, был, но всегда узнал об этом. Но я не знал, что Бенчик у нас такой дурачок. Бенчик у нас дурачок. Бенчик у нас дурачок. Бенчик у нас дурачок. Бенчик у нас и тупей пяти. Бенчик у нас и тупей пяти. И Бенчик у нас тупой, как три коровы. Бенчик у нас дурачок. Бенчик у нас дурачок. Бенчик у нас дурачок. Бенчик у нас дурачок.